Ребят, всех рад приветствовать. В этом видео хочу вам показать, как запрограммировать сейф самостоятельно. Значит, вот такой вот сейф, электронный полностью, видите, здесь вводим цифры и все программируем. Значит, сейф открытый, и, соответственно, его, чтобы запрограммировать, поменять код, нужно сбить к заводским настройкам. Что же мы делаем? Смотрите, значит, первое, нажимаем «On», удерживаем, затем открываем сейф. Здесь есть вот такая вот кнопочка «Programmate button». Нажали и удерживаем несколько секунд. Затем нам выбивает, видите, зеленым, чтобы нужно ввести код 5.95.18. Ввели мы код и нажимаем Enter. Теперь у нас полностью запрограммированный сейф. Далее, чтобы нам ввести код и его закрыть, мы нажимаем опять «On» и вводим 5.95.18. Нажимаем Enter. Сейф у нас, видите, закрыт. Проходит несколько секунд, и у нас сейф закрывается. То есть никто без вашего ведома не сможет в него зайти. Вот так вот происходит программирование сейфа электронного. Далее, чтобы его открыть, нажимаем «On», вводим наш код, который мы установили, нажимаем Enter. И сейф у нас открыт. И так вот, когда мы его уже открыли, можем его программировать без всяких проблем. Вот так вот происходит программирование сейфа. Кому понравилось мое видео и стало полезным, обязательно поддержите его лайком и подпишитесь на мой канал. С вами был Тимоха Лайф. До скорого.